Смотри, мой боковой. Шке. Сядем, ма. Сейчас. Найдем, ма. А як, мой. Тақса ше. Ехал. Ехал. Ураз. Батерва. Блять, кана, я ж по идее не курю, на экс перешел. Но, блять, бугун, халай, шекбис, знаешь, а? Халай, шекбис, ты просто красавчик, сука. Всех сделал. Сен, барго, сен, кот и месен. Сен, сука, кот сен. Еще дэгут сен, барго. Сен, брат, айте, ну вот, типа, селешн, да? Ну, жизнь, жақсы өрзет сен, этим, актовым да көсімзе. Ну? Ашан ты өсімзе? Заебал, кана, ол туралы вообще ойламашь? Понимаешь, мне фокус хаза, баска жахта был грек. Это все я сам решу. Я же знаю, что ты достойный боец. Теперь нужно будет им доказать. Так что сабр, не переживай. На днях у нас встреча будет. Я все решу, не переживай, хорошо? А так себе пиздец. Блять, как ты всех разъебал, а? Все, заебал, черт, поехали. Ребят, пожалуйста, аккуратнее, там вещи хрупкие. Эй, не сюжатсындар. Джинастыр обратно, давай, джинастыр тезе. Эй, мен саған айтып отырым. То-то? Не қуып жүрсің? Жүр машинеге отыр, кеттік жерге ма, жүр. Куда я не поехал? Э, блядь, отыр дейін машинаға. Сама знаешь, что мне делать, дебил. Эй, сука, енді дебил десең, көтің дайран, понятно, отыр машинаға ма. Қолымнан жерістік тұрой саң. Эй, грузчик, жұмысың түстеш, жарай ма? Араласпа тірлігіне. Өзімнің қызым, өзім білемін, не істесем де, понятно? Все, все, братан. Мал, сука, кутын дайран, нахуй, сука, кут, пидор, блядь. Пала, жақсы ма? Я. Э, давайте, жігіттер, тездік. Заказ көп бізде. Опс. Видите, как он двигается, а? Парень очень даже техничный. Реакция просто как у настоящего кота. Я вам так скажу. У парня бешеный потенциал. А какая у него харизма? Завтра будет устраивать такие шоу на боях. Что, Асет Турской, потенциал... Бізде жүрген барлық байестерде де бар, көп байестерде бар. Бірақ біз білуіміз керек, бұл бала біздің үлкен лигада, номерной турнирде өнер көрсетуге дайын ба, дайын емес пе? Дайын ғой, аға. Сонымен жұмыс істеп жатырмыз. Қаншалық жұмыс жасап жатсыңдар? Режим мәселесі, дисциплина мәселесі, салмақ қою мәселесі, ертең осындай проблемалар басталады. Олардың бәрінде өткені бізде әрбір екінші спортсмен өзінің мықты байесімен есептейді, бірақ іс жүзіне келген кезде бәріне проблема басталады. Ағай анау болды, ағай мынау болды, ағай салмақ жасай алмадым деген секілді. Ертең бұл баладан проблема болмай ма бізде?
бізде мықты ростерде лигаға өткісі келіп жүрген мықты байыстер бар. Сондықтан көрейік бұл баланы әлі. Аға, енді мен бірінші жыл жұмыс істеп жатқан жоқпын ғой. Әрине. Кім болса оны ұсынбаймын, өзіңіз білесіз. Көрейік енді баланы, қазір бірдеңе деп айту қиын, енді бір-екі бойына қарап. Мен анамды оларды ұсынбаймын ғой. Честно говоря, мы с Канатом со школы вместе. Крепкий парень. Сейчас у него кое-какие проблемы в жизни. Ну, в большом в городе один, сами понимаете. Много проблем, много переживаний. Но парень крепкий, не сдается. Вы же меня знаете, Тимур. Ты знаешь, осет, сколько бойцов ежегодно проходит через систему «Октагон». Ты знаешь, какая конкуренция. Многие бойцы не соответствуют уровню. Ты прекрасно знаешь, что нужно для того, чтобы соответствовать. Ты нам сейчас говоришь, что у Каната все это есть. Давай еще один бой в селекшене проведите. Хорошо. После этого примем решение. Только обязательно приходите, хорошо? Да, келуге тырысамыз. Мы прошлые два боя его посмотрели. Посмотрим его третий бой. Жақсы соперникпен бір төбелесіп көрсін, сынар жағын көре жатамыз. Рахмет сіздерге. Спасибо. Давай, Ася. Проте, барлығын кіргіздік. Рахмет. Да, и нормально. Спасибо, что заступился. Да, нормально, Варла. Чекетің ба? Нет, бывший. Бірті білеткен, бізде ондайлар сразу орнавает. Не обращай внимания, он дебил. Канат. Тото. Тото? Ну, должен, но можно тото. Ну, мин он, да. Канат, Юр. Сурет саласын ба? Да, тип того. Может, мен де салып бересін? Ну, грузчиков я еще не рисовала. Онда мен бірінші грузчик болам. Ну, вообще, знаешь, я давно ищу себе натурщика. Натурал момен. Ой, помню, она была рисцей, с приколсет. Позировать нужно. Позировать? Угу. Мен номер не зла, шонда. Или давай мен алып келемін телефон, да? Чық! Чығы екпен, тер аяғын, таста, өт арқасына, вот, аяғын заправить ет, аяғын заправить ет, вот, заправить ет, тұрм, соз, соз бірінші, вот, ал мойынды, бұды шеш жаса мойынды ал, айландыр, жат аяққаға, вот, молодец, тар, вот, кот. Че, Фас? Жасы. Кто самый охуенный менеджер? Сен, брат. Не слышу, заебал. Ой, заебал, сен сүктің ғой, нахуй үшін елді. Знаешь, что я замутил? На борьбу записался? Кот, так, что заебал? Ты же знаешь, у меня сила в другом. Бойцы в клетке, а я за клеткой. Короче, тема, надо. Еще один бой в селекшене. Если выиграешь, то считай, что контракт с Октагоном у нас в кармане. Серьезно, брат? Нет, заебал, прикалываюсь. Конечно, серьезно. Бля, брат. Пикели мигра, что ты мимо сан за его. Вот так, пиши нахуй, кто кому еще платит. Кана. Родной, ты же понимаешь, что это шанс? Да? Так что вот луды ген помут. Давай, давай, работай. Все, брат, понял. Просто. Пакет. Розенкер. Ойлан, жұмыс істемейсің. Берме аяғыңды! Шық кет! Шық кет дейін! Қимылда! Жаса, жаса! Берме! Ей,
Сен не істеп отырсың, а? Басыңды қосмайсың ба? Ойнам сесеңші. Қане, давай тағы да. Бастаңдар. Берме, берме. Асықпай, дұрыстап, ойлан жасасай. Алдың да чемпионат. Өзің, өзің. Берме, берме. Шықпет, шықпет. Бауыржан, саған не болды? Ертең жарыста не боласың сен, а? Базар жоқ, қана красавчик. Давай, давай, давай. Базар жоқ, базар жоқ. Что там, қызық бір деген ма? Қана, бойын көріп атырық. Ебать, машина, братан. Красавчик, қана, монстр ғой вообще. Ұрып атырған қара. Қазынан қара қадай жоғатын. Ебап, қалтын. Бәрі дұрыс па? Болат ағай, қана сияқты турнирға қатысып көрейікші бізде. Не турнир? Қане? Болат ағай, бір рет қатысып көрейікші. Бізге шанс қой бол. Әрине болады. Бірақ бұл залға екінші келмейтін боласыңдар. Түсінікті ме? Қанаттың клеткеде ит құсап төбелесіп жүргені мен үшін позор. Мені қарап ет қылды. Жалғыз мені ғана емес. Барлығымыз ұятқа қалдырды. Ақшаға төбелескен адамда ар намыс деген жоқ. Ал егер ол сияқты төбелескілерің келсе ит құсап. Маған келуші болмаңдар. Жақсы жігіттер. Кеңейіп. Биіктей көктеді қалмау қажетпей. Тәрмен төменгі аумақ шеттері. Қаралы көшелер қауыптандыр мектебіміз өліктен қала қабында. Бірі тірінің енді бірі тірі өлінің бірі сұмыз сақтан қана оралар жалмауынан сақтан өзі жалмауын. Кек жамбас жаңы бейт. Түртке бас құр хей баламай. Бұл фәнедем ға кездет дейді. Мәсен кейпің әс төтпейді. Кәсет дейсен естетпейді. Қада, қада, кестен деп, күштен деп, деп, кеп, деп. Перейду с тихом, не бишь потерь. Надо платить, брат, надо потерь. Так прости, я еще не остыл. Вот уже лет, но ты дал мне сил. Черный холодный каменный дыр. Стану, даже если пропустил. Стану, даже если упаду. Главное, чтобы не падал дух. Девять жизней дали коту. Прожги поверх. Чотиктер, қана, бүгін бой. Жақсылап үйге бар, дема. Кешке кездесеміз. Кешікпей кел. Давай, жігіттер, кешке кездесеміз. Алло. Қана, привет. Как ты? Я жақсы, өзің қалайсың. Мне сегодня нужен натурщик. Ты сможешь приехать? А чё именно, бүгін ба? Басқа күн болмай ма? Блин, мне кажется, не получится в другой день. Я қазір келем онда. Аха. Можешь чуть правее? Нет, нет. Теперь чуть левее. Да, вот так. Долго еще? Ну, где-то час, да. У тебя такая фигура. Ты чем занимаешься? Фильмы снимаю. Фильмами? Да, у нас с братом проекты. Ты, получается, режиссер? Я пишу и снимаю, он продает. Ух ты! Твой брат, получается, Гай Юли Цезарь? А? Он круче него. Какой у тебя любимый фильм? «3 метра над уровнем неба».
что ты его любишь? Ну, там хорошая девушка влюбляется в плохого парня. Ну, ты же вроде неплохой парень. Я с тобой неплохой, а с другими не нежный. Кстати, ты только что говорила, что мой брат Гей Ричи, он не гей. Мы натуралы. Стой, пожалуйста, молчи. Тут нужно молчать. Мы натуральные натуралы. Бигбой деген мен ғой. Рахмет. Сенде талант бар екен. Маған кету керек екен. Может, тогда тот добр. И Симс? Посмотрим. Мен завтра мы, да? Эй, герой! Чё там? Какой-то шапала ворватор, ма? Киши, пиздец по ватреду, ма? Кеп, я пора зам. Сука! Кана! Отойдите от машины! Ага, подождите, пожалуйста, он не виноват, он ничего не... Да заебал! Именно бүгін бар, рет тот азай был тупой ғана. Нахуй бывший нравствен, блядь. Ахай, можно? Дал бы без осуживать, нахуй. Крутная рам, нахуй шикарай. Кана. Мне говорят, что тебя посадят на 15 суток. Блядь. Я пыталась им объяснить, но... Все равно. Прости, это за меня все. Да я нормально был. Я ничего не могу, да? Где твой боец? Да едет, едет. Если его не будет через полчаса, я его снимаю. Олечка, не надо никого снимать. Все нормально будет. Я тебе обещаю. Слушай, ну ровно 30 минут. И время пошло минуту назад. Я тебя понял. Сука, Кана, где ты ходишь, идиот, блядь? Милосин, ладно, у меня телефон бар. А сеть тебе номер. Сон сон давай, чем я сюда кин. Да? Рахмет. Алло. Чё, блядь? Какой район? Джумабек. На выход.
Все, рахмет. Рюкзагың барып кетті. Папи, сиди. Ты как, нормально? Нормально, Сера. Можешь одолжить телефон? Я должен позвонить быстро. Алло. А у вас это? Эй, ты дебил, блядь! Какого хера ты дерешься там, где не надо? Долго объяснять, брат. Сука, у тебя 10 минут, бегом сюда, или его бой отменят. Я должен идти. Все, увидимся. Я позвоню тебе. Кана, это... Да, Оля, едет, он едет. 5 минут осталось. Давай быстрее. Тез киіміңді ауыстыр, қайда жүрсің? Бол, бол! Че у тебя с ребром? Нормально, брат. Қалай нормально, қалай төбелесің деп тұрсың сен? Бұрынғай төбелесің, брат. Давай, переодевайся. Следующий поединок пройдет в легком весе. В синий угол клетки приглашается боец из Казахстана. Гала Габдешев! Красный угол клетки приглашается боец из Казахстана. Канат Жумабек! Хуй его знает, как ты со сломанным ребром будешь драться. Хотя прикрой его, чтобы он не увидел. Рефери данного поединка Саламат Джумабаев. Бойцы на середину. Бойцы команды, все слушаем. Команда стоп, остановились. Правила не нарушаем. Пожали ручки. Бойцы по углам. Боковой судья. Главный судья. Первый раунд. Тайм. Пай! На кассете мы в 9-9, стакан в пакете. Ждали соседи, вяжут на рассвете. Снитак в кабинете, собрал статьи в букете. Мы каждый день думали, что правы. Меняли нравы и курили травы. Ради забавы могли устроиться месть кровавы. Между дворами толпа орала. Мы каждый день думали, что правы. Двигаться здраво, чтоб старший сказал красава. Брали свое, пока игра без правил. Брали свое, пока нас не забрали. Сколько громких слов брошено на ветер. Для наших мам все равно мы дети. Пожди, все так же расставляют сети. Чтоб ни свою мечту никак не встретить. Я номер один для родных, я клал нам людей. Коньяк на столе, я пью за друзей. Декабре падал первый снег, чуйский смог на столе. 30 лет как за день, она готова, но мне похуй уже. Прикинь, мама шумит, но я буду позже. Водный дымит где-то на лоджии. Насморк, но всего лишь на погоду. Я меняю дороги, но для того, чтобы видеться с близкими. Слышал?